30 декабря. Применение программы. Сегодня я с нетерпением ожидаю очередного собрания. Я воодушевлена и энергична. Собрание групп Наранона – это особое место, где я могу поделиться своими переживаниями с другими людьми, испытывающими ту же боль и бессилие. Ведь чаще всего даже лучшие друзья или родственники не понимают, что мы чувствуем. Прежде всего, я хожу в группу Наранона за опытом, силой и надеждой. Это безопасное место, где меня не осудят за мои действия или чувства. Это место, где я могу духовно расти в своем собственном темпе, устанавливать свои собственные границы и работать по собственной программе, так как ведет меня высшая сила. Без программы Наранона я была бы не в состоянии понять наркомана, не научилась бы отстраняться с любовью и состраданием. Когда я признаю, что бессильна и перестаю пытаться изменить любимого зависимого человека, я смело встречаю невзгоды с помощью 12 шагов и принципов программы. Я благодарна за вновь обретенную силу и мужество. Наранон научил меня жить и мыслить по-новому. Размышления на сегодня. Сколько бы времени я ни занималась по программе Наранона, я продолжаю учиться и духовно расти. В конце каждого собрания я всегда чувствую себя намного лучше, чем в начале. Цитата. «Бог ждет от тебя только одного, чтобы ты отрешился от себя, стал таким, каким создал тебя Бог, и чтобы Бог был в тебе». Мейстер Экхарт.